Всем добрый день! Приветствую всех на канале Амаркетс. Сегодня среда, и в рубрике «Открытый микрофон» Александр Котин. Я расскажу о том, как я вижу финансовые рынки с точки зрения тех методов, которые я применяю. Если будут вопросы, вы можете написать их в комментариях. И если вдруг вас интересуют какие-то инструменты, которые я не включаю в свой обзор, вы тоже можете написать об этом в комментариях, и в следующем обзоре я об этих инструментах расскажу. Итак, евро-доллар, как вы видите, я закрыл свою сделку, у меня был лонг, в шорт я не пошел, потому что у меня не было уверенности. Ну, опять же, я торгую на каких-то своих индивидуальных особенностях, то есть понимая, каким образом я могу вести себя в той или иной ситуации на рынке, где для меня комфортна точка входа, я исхожу именно из этого, чтобы у меня не было стресса, там еще чего-то и так далее. То есть, чтобы я себя спокойно ощущал. Это, в принципе, мое кредо. Так вот, вот эта сделка по евро, она очень четко отработана. То есть, видите, был вход у меня по так называемому дивергентному бару. Была дивергенция, бар с верхним закрытием. Я вышел на баре с нижним закрытием. Соответственно, что я вижу в данный момент сейчас? В данный момент я пока не хочу здесь торговать, поскольку здесь есть некая неопределенность. Я считаю, что если мы вдруг проторгуем вот этот минимум, только тогда можно будет рассматривать новое движение по тренду, по всей вероятности при завершении вот этого импульса 1, 2, 3, 4, 5 и коррекции. Пока мы минимум не обновили, я это не могу считать 1, 2, 3, 4, 5 импульсов, ну то есть целой волной. Да? Вот. Как только мы этот минимум проторгуем, возможно, здесь можно будет взять лонг в коррекцию этого импульса с примерными целями где-то вот до этой вершины. Но внутри, опять же, я наблюдаю за ситуацией, и надо смотреть, будет цена отбиваться где-то вот примерно от этого минимума, и, соответственно, дорисует нам вот эту 1, 2, 3, 4, потому что это явная коррекционная волна, и пятую волну, либо пойдет ниже. Если вдруг здесь появятся где-то сигналы без добоя вот этого минимума, то не исключено, что их можно будет взять. И тогда мой вариант, о котором я говорил, что это у нас А, Б, С, а это уже, соответственно, первая и вторая волна, он будет здесь вполне реальным. Причем, вот я рисовал вот так, 1, 2, 3, 4, 5, А, Б и, соответственно, волна С. Такое бывает, потому что первую волну, вторая волна корректировать может под 100%. Главное, чтобы мы не пробили вот этот минимум. Вот и все. Если пробой минимума произойдет, вот тогда у нас будет совершенно другая ситуация, и тогда уже входы в лонг, соответственно, это будет вход в коррекцию всей вот этой импульсной волны. Нужно наблюдать и, соответственно, смотреть за ситуацией. По фунту у меня тоже на прошлой неделе был вот такой вот вход с относительно коротким стопом в 17 пунктов. Взял я примерно здесь 1 к 3, и, соответственно, здесь получается, что вышел я вот на этом сигнале. Что на данный момент времени? На данный момент времени я считаю, что пока у нас нет никакой новой входящей информации, это остается 1, 2, соответственно, 3, 4, и для четвертых волн коррекционных вот такая вот структура, которая здесь формируется, похожая на формирование треугольной коррекции, она вполне логична. Поэтому пока здесь нужно очень себя вести осторожно. Я не думаю, что здесь может произойти разворот какой-то и уход там ниже. Обычно вот такая структура, она говорит непосредственно о коррекционном рынке. То есть вот 1, 2, соответственно, третья волна и это все четвертая. Посмотрим. Во всяком случае, зайти в пятую здесь будет достаточно сложно. Как я уже ранее говорил, вход в пятую волну – это всегда достаточно слабая точка входа. Дальше что? Швейцарский франк. Как видите, мы до сих пор находимся в этом диапазоне. Вообще, я думаю, что если вот эта волна B, здесь она рано или поздно завершится. Вот видите, здесь 61,8 от предыдущего снижения. То где-то вот в этой зоне у нас, вероятно, снова могут прийти продажи. Вот. Надо наблюдать за ситуацией, и возможно вся вот структура этой сложной волны B, она еще не закончена, то есть вполне возможно еще снижение в рамках вот этого, скажем так, формирующегося
ну, возможно, треугольника, посмотрим. Я их оцениваю только по факту их формирования. И дальше уже вполне возможно, что будут какие-то точки входа в лонг. А может быть, мы уже куда-то сюда движемся постепенно вот таким образом. И где-то здесь могут прийти снова продажи. По паре доллар-иена все-таки, раз мы не добили минимум вот здесь, вообще напомню, о чем говорили. Сначала говорили о том, что это 1, 2, 3, 4, 5, соответственно, волна А, Б. Вот смотрите, вариант такой, что когда происходит недобой минимума, в этом варианте есть вот такая структура, когда волна А, она тройка, волна Б, тройка, и формируется плоская коррекция. Но я заметил, что плоские коррекции на Форекс, они дают чаще всего удлиненную волну Си. Поэтому я думаю, что где-то здесь можно посмотреть ситуации на продажу. Да, они будут против основной тенденции, которую мы видим на дневном графике. Но, на мой взгляд, это так называемая коррекционная недостаточность, как я ее иногда называю. И может быть движение в шорт у нас после завершения вот этой вот волны 1, 2, 3, 4 и вот здесь 5. То есть я думаю, что здесь вполне мы можем найти какой-то сигнал на продажу. Надо просто понаблюдать. Австралийский доллар я брал в шорт с вот этого бара на часовике. Вел позицию по 4 часам, возможно, рано вышел, но здесь мы коснулись минимумов, и, соответственно, вполне реально, что 1, 2, 3, 4, 5, пятая волна достроилась, соответственно, здесь надо наблюдать, возможно, еще обновление минимума и появление сигналов каких-нибудь на покупку уже вот сюда. А вообще, в данном случае мы подтверждаем то, что существует нисходящая тенденция, и после коррекции возможны дальнейшие продажи, так как основной тренд у нас на недельном графике нисходящий. Дальше что? Новозеландский доллар, кстати, пробовал вот отсюда продавать, но понял, что зашел в коррекцию, и я отсюда ушел безо всяких результатов, ну либо там с небольшим плюсом. Вот. На мой взгляд, здесь продолжается коррекционное движение. Вот эта область, она очень интересная. То есть отсюда новые продажи, я думаю, что могут прийти после завершения данной волны Си. Поскольку у нас нет дивергенции в последнем движении на недельном графике. Идем дальше. Канадский доллар. Я пробую зайти лимитником. Вообще, обычно для меня это не свойственно. Но, на мой взгляд, то, что мы видим на дневном графике, это формирование сложной коррекционной волны в виде, возможно, треугольной коррекции А, Б, С, Д, и вот там, возможно, волна Е пройдет. То, что у нас происходит на внутреннем таймфрейме в 4 часах, то есть это ABC паттерн. И я обратил внимание, что вот тут есть ситуация, когда цена отбивается, ну, практически от одной и той же точки. Здесь появился сигнал дивергентного бара, я его пропустил, поэтому я по нему, точно по тем же ценам, пытаюсь взять лимитным ордером, поставив стоп за максимум. Это дневной график, поэтому здесь стопы могут быть достаточно широкими, но потенциал, на мой взгляд, у этой позиции может быть примерно 1, ну, к 3 приблизительно. К 3, может быть, даже к 4, посмотрим. Ну, естественно, нужно понимать в этом случае свой риск. В золоте я стою в шорт. Напомню, что первую точку входа я пытался найти вот здесь. И вторая точка входа у меня была, ну, естественно, первая закрылась по стопу. Вторая точка входа у меня вот с этого бара на часовом графике. Я его взял чуть попозже, уже по рынку. Соответственно, позицию веду я на 4 часах. На мой взгляд, здесь тоже есть достаточно интересная область для дальнейших покупок. Но вот эта последняя волна, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, вот она пятая, в ней 1, 2, 3, 4, то есть и нет еще завершения. Я думаю, после перелоя вот этого минимума мы можем увидеть здесь какие-то дальнейшие покупки. Ну а пока я постою в шорте и постараюсь вытянуть из этой позиции максимум. Серебро, на мой взгляд, оно мало чем отличается от золота. Здесь ситуация очень похожая. Тоже есть вот эта область, где, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, ее еще могут называть зеркальным уровнем. Чтобы вы потом в комментариях не писали, я это за вас скажу. Вот. Ну и, соответственно,
1, 2, 3, 4, 1, 2. Возможно, вот такое развитие движения. Я не думаю, что здесь что-то закончилось. И, скорее всего, покупки дальнейшие также придут после обновления минимумов и завершения вот этой вот волны, которая на большом масштабе, на большем масштабе, точнее, на дневном графике является некой волной Си. Идем дальше. Нефть марки Brent. Я считаю, что здесь формируется достаточно сложная коррекция. Она свойственна для непосредственно волны B. Здесь получается А, Б. Соответственно, здесь А, Б, С, Д. Вот формируется некая волна Е, скорее всего. И вот эта структура, вот обратите внимание, она здесь в какой-то мере повторяется. Вот, то есть у нее была коррекционная часть, потом импульсная часть, коррекционная часть, импульсная часть. То есть это фрактальность, скажем так, рынка. Вот волна А, Б и вот развитие волны С, она, соответственно, импульсная, имеет более импульсный характер, чем предыдущая волна А. Поэтому, на мой взгляд, вот здесь вот мы можем еще оттолкнуться от максимума. То есть здесь есть четкий импульс вверх. Он прослеживается 1, 2, 3, 4, 5 с удлинением в пятой волне. И мне кажется, что вот только волна А здесь была, здесь, видите, опять же, нового импульса-то вверх нет, это же не импульсное движение, его хорошо видно. И если вдруг отсюда будет отбой какой-то и приход куда-то вот в эту область, то я думаю, что здесь возникнут ситуации на покупку. Пока я нефть с этих значений не продавать не хочу. А S&P у нас удлиняется, пробовал здесь чисто just for fun, то есть ради, скажем так, веселья, да, продавать, но, естественно, с коротким стопом, с очень низким риском. Пока в завершении нет, поэтому идет удлинение, и здесь можно было находить ситуации для входа с меньших интервалов, соответственно, по тренду. Вот, но посмотрим, потому что здесь мы обновляем исторический максимум, и, возможно, где-то произойдет завершение. Пока волна удлиняется, я не думаю, что здесь стоит шортить. Будут какие-то откаты, возможно, тогда стоит посмотреть ситуации на покупку. Биткоин, как видите, недельный график. Я считаю, что повторяется вот эта структура, она практически полностью здесь повторяется. Возможно, формирование какой-нибудь треугольной структуры здесь. Посмотрим. Во всяком случае, если в предыдущий раз мы ходили куда-то примерно в 80% от этого подъема, то я не исключаю, что такая же ситуация может произойти и в текущий момент. То есть где-то в районе там 5000 у нас могут прийти снова покупки. Поэтому в данном случае, когда я смотрю на дневной график, либо на 4-часовой график, да, тут есть там первая дивергенция, но при таком сильном удлиняющемся импульсе здесь я считаю, что надо рассматривать только продажи и, собственно, точки входа. Они появляются вот такие вот бары с часового графика, допустим, и так далее. А дальше надо смотреть, чем он ведет, коррекционным паттерном или идет все-таки импульсной волной вниз. Если же тут развивается коррекция, пока это походит на коррекционную волну, а не на развитие движения. Но биткоин, он ускоряется достаточно быстро, мы это видим, что все эти структуры, они повторяются. То есть здесь также было, и тут примерно то же самое происходит. Вот в этом, в принципе, и выражается фрактальность рынка. Ну что ж, наверное, на этом все. Если будут какие-то вопросы, пожелания к следующему обзору по каким-то инструментам, которые я не рассматриваю, я сделаю по ним обзор по, соответственно, вашему запросу. И, возможно, сейчас останется сделать резюме. То есть по евро у нас пока ситуация не особо определенная, но надо смотреть, что мы будем пробивать. Если вдруг только этот минимум, то тогда, возможно, здесь придут покупки. Если этот минимум, то тогда покупки только в коррекцию. А на фунте ситуация не особо такая определенная. Здесь нужно осторожно, если вы будете покупать. На франке тоже возможно развитие еще внутрь диапазона какого-то движения. На иене я бы подождал ситуации в шорт, вот при завершении вот этого импульса. На австралийском долларе не исключено, что после обновления еще раз одного минимума, тут так как дивера не было еще в последнем движении на 4 часах, возможно, придут новые покупки.
На новозеландце также наблюдаю за ситуацией на продажу на дневном графике только после обновления максимума вот от 5 где-то тут 4 ноября. На канадском долларе возможно шорт, то есть шортовая ситуация внутрь формирующейся вот этой сложной коррекционной волны. На золоте, соответственно, при добое минимума буду искать точки выхода и, соответственно, точки входа уже в покупку. Возможно, уже это буду делать с дневного графика для того, чтобы забрать импульс полностью. А может быть и с меньшего таймфрейма. Серебро от золота мало чем отличается. По нефти пока не советую покупать, продавать тоже. Советую смотреть покупки где-то примерно из этой области. И по S&P осторожно с продажами, достаточно сильный тренд. Можно смотреть покупки с откатов по тренду. На этом все. С вами был Александр Котин. Про ваши пожелания я сказал. Можете писать их в комментариях. Всего доброго, успешных сделок. Пока.